В состав Тихоокеанского флота вошел корвет «Резкий», который прибыл во Владивосток в 2021 году для прохождения испытания. На торжественной церемонии присутствовали командующий ВМФ России адмирал Николай Евменов и губернатор Приморского края Олег Кожемяка. В этот день мы принимаем новейший корвет. Это действительно сплав мысли, боевого могущества, то есть это баланс сил. Корабли данного проекта уже показали свою боевую мощь, показали то, что все характеристики, технические решения, заложенные конструкторами, воплощенную в жизнь руками корабелов, подтвердились. Губернатор Приморья провел историческую параллель с его предшественником, который в годы Великой Отечественной войны охранял воды Уссурийского залива, ставил минные заграждения, сопровождал караваны на Тихоокеанском театре военных действий. У этого корабля, его предшественников, боевая слава и славная история. Уверен, что экипаж корвета «Резкий» будет также продолжать эти традиции, приумножать славу Тихоокеанского флота, славу боевых кораблей. Николай Евменов вручил командиру корвета Евгению Ковалеву флаг, который под гимн России подняли над кораблем. Отметим, корвет «Резкий» полностью готов к выполнению боевых задач в Мировом океане, а при необходимости может быть задействован и в мирных операциях. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.